Забайкальский край на чемпионате представили 5 человек в компетенциях: массажист, программирование, поварское дело, облицовка плиткой и бисероплетение. Как раз-таки в последнем направлении студентке из Забайкалья Виктории Пановой удалось стать лучшей. Всего в национальном чемпионате приняли участие 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов страны. Напомним, первый региональный конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – «Обилимпикс» прошел в Забайкалье с 24 по 26 октября. В нем участвовали 30 человек – студенты учреждений среднего и высшего образования, школьники Черновской специальной школы-интерната, работающие специалисты. Министр образования, науки и молодежной политики края Андрей Томских поблагодарил губернатора Наталью Жданову, которая поддержала движение и выделила средства для финансирования поездки нашей делегации на национальный чемпионат.